Воспитанников детского сада номер 26 комбинированного вида мы застали в самом разгаре творчества. Очень старательно, под чутким руководством Ильи Наркизова, маленькие умельцы лепили панцирь для будущей керамической игрушки – черепахи. Председатель Муромского окружного отделения Всероссийского общества инвалидов является и руководителем студии прикладного творчества «Моя семья». В ней дети и молодые люди с ограниченными возможностями с успехом занимаются всеми видами творчества, сохраняя и приумножая традиции Мурма мастерового. В 2012 году мы выиграли грант Национального благотворительного фонда, а сегодня студия продолжает существовать благодаря областному гранту, который объявила администрация Вадимской области и губернатор Вадимской области. Вот что-то такое. То есть на деньги полученные что приобретается? Материалы для творчества, в том числе у нас еще проводятся мастер-классы по вышивке и шитью, приобретена швейно-вышивальная машина, и еще студия прикладного творчества «Моя семья», он называется так «Моя семья», потому что мы пропагандируем семейные ценности и будем активно участвовать в праздновании Дня семьи, любви и верности. Подобный мастер-класс в детском саду комбинированного вида проводится впервые. Новой формой работы увлечены все. И взрослые люди, которые пришли поделиться творческим опытом с малышами. И, конечно же, сами дети. Наше сотрудничество, можно сказать, что только началось. Такое занятие у нас проходит впервые. Но я думаю, что мы заключили договор. Я думаю, что в последующем мы будем сотрудничать. Потому что дети очень заинтересованы. Они с удовольствием лепят, занятия очень интересные для наших детей. Необычно тем, что пришли гости, что это занятие немножко проходит не в традиционной форме. Что касается молодых людей из студии «Моя семья», они просто рады новому общению и ощущению своей нужности и полезности окружающему миру. Я занимаюсь студией «Моя семья». Мы лепим. Потом все это обжигается в печке муфельной. Потом уже раскрашиваем игрушки всякие. Сегодня мы пришли в детский садик, чтобы показать, как делать черепаху. То есть сейчас вот помогаем им, как и показываем, объясняем, как это все делается. Для чего тебе это нужно? Ну, чтобы приносить пользу детям. Этот детский сад посещает 180 ребятишек. Для воспитателей и нянечек все они особенные, по-своему любимые, и подход каждому тоже нужен индивидуальный. Новая форма занятий по лепке, такую, как сегодня представили члены студии «Моя семья», будет одинаково полезна и интересна всем детям. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.